Я потом возьму. Я потом правее возьму, да. Правильно, правее брать или левее? Давай. Пока нормально все идет. Я буду говорить к берегу просто и все. А, да, ряд берег. Ой, угу. Нормально. Пожалуйста, ко мне подойди, чтобы... Нет, а что? Пудол есть, куда он? Посмотри, по сравнению с моей рукой. Да давай, я сфотку бери. Да, да, прикинь, да. Ох, волнение, ребята, вы произвели сейчас, только что на борту у нас. О, хорошо. Какой. Ух, красавец. Ну сколько? Килограмм 8, наверное, да? Ну, 7. 7-8. Семерочка где-то. Так, блин, на камеру смотришь. Хорошо, ясно, так сказать. Че ты трубку не брал? Тебе звонили же там. Сейчас все на фото или на видео? Во, красавцы, ребята, вообще, блин, прям счастье. Он даже не приближается, давай. Пока нормально. Тут уже не получится, мы от берега плывем. Нет, ну скажешь мне вправо или влево. Ага. Да ну нахер. Сошел? Сошел. Вон он там плывет. Лосось. Поем, какая же погода сегодня замечательная. Это какое-то счастье. Ёшкин кот. Ну, смотри, как нам повезло с погодой. Просто вот проплыть по Балтике. Нам с погодой походить по Балтике, да. А? Правда, военных кораблей сегодня что-то очень много. Защищают нас все. Молодцы. Еще одна поклевочка, да, у нас? Еще, по-моему, очень долго, да, работает, Светлав? Это какой по счету? Это получается второй от планера. Угу. Смотри, Сань, за... Смотрю. Чуть левее. У него нахуй во рту. Ох, ребята, а вот, спасибо, это просто пипец. Это я сейчас думал... Саш, подожди, давай его сначала... Да. Это просто... Вот на него поставь. Да, ребята, это пипец. Это просто охренеть. Я его взял, он у меня, блин. Я, блин, что я только не думал, бля, пока я его тащил. Вот это дуля. Вань, да, потому что сейчас шибанет, у него сила там пипец. Вань, давай. Тяжело? Можно паузу поставить. Да, но я так понимаю, что сейчас он будет туда-сюда ходить, наверное, да? Ну, пока что он еще просто идет. Ну, я просто, ну, мало ли он вылетит. Да? Четкий лосось, вообще 100%. Блин, ну, не уж ждать, что там делать. По-моему, а, не, показалось, это волна. Это волна была, да? Волна блеснула, ну, посмотрим. А мне кажется, что он там, аккуратно. Thank you.
Так, друзья, вот очередной лосось идет. Бодрый. Рыбка сегодня клюет, как бы удовольствие есть. Ну, два схода было, это, так сказать, можем и не взять. Долго все это, да? Угу, очень долго, да. Все, Слав, можно принимать. Вот подсачь, Слав, у вас. Да, Вячеслав, давай, ты поработай. Держи. Давай, я держу, поставлю, держу. Держи, давай, держи, давай. Не понял, что там такое? Какой-то он пятнистый, что ли? Да, как пятнистый, обычный лосось. Да? Красава, 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 красава! Молодец! Молодец! Рабочий такой, блин, ну, рабочий. Пятерочка такая, наверное, да? Раз, рабочий, красавец. Молодцы, ребята, молодцы. Не зря стараются, да? Тихо. Угу. Ну, вот он, красава. Все, я так понимаю, что фотосессии не будет. Не, не знаю, это рабочие были моменты. Покрупнее были сегодня экземпляры, поэтому... Ну все, молодцы, ребят, поздравляю. Там Слава работает. Я сейчас подержал чуть-чуть такое там, да, товарищ? Ну да, там товарищ хороший. Посмотрим, какой будет на самом деле. Вправо, Вань, по чуть-чуть, потихоньку. Да, ты не так потихонечку набирай. Так, ну это надолго, наверное. Пока. Потом включусь. Поверхностно как-то идет пока. Пока идет, как будто, знаешь, он такой, так он, надо. Да, он идет, ну, значит, так должно быть. Может, салака такая, которая тянет. Сильная салака, его раз, да, за губу его тащит куда-то. Ему интересно, наверное. Сейчас подойдет, проснется, скажет, не, ребят. Что, уже все? Можно Ивана приглашать? Не-не, еще рано. Еще рано? Что, надо приглашать Ивана? Ну, сейчас уже. Вань, давай потихоньку уже вылазим. Давай, за руль я. Готовься маневрировать здесь еще влево-вправо. Пока прямо, да. Угу. Железки нет, слишком. Нет, нет. Ух ты, ёшкина матрёшка, а.
Бля, мимо. Блин. Блин, у меня самому так тяжело стало, ёшкин. Охренеть. Ёшкин кот, блин, вообще, парни, вот это моща, бля. Фу, блин, это достаточно быстро. Охренеть. Да. Это пипец, блин. Я поглядываю, да. Ребята, это просто шесть, блин. Охренямба, блин, а? Она уже сегодня ловила, кстати, в курсе. Отлетел. Вань, подожди. Он опять зацепился. Да, вообще жмет просто пипец. Если что, говори, левого поворачивай вправо. Пока еще до 10. Эмоции, все там. 30 метров сразу. Да. Лист там нет. Не, это футер. Да. Качаю. Ну и гулять он. Давай потихоньку. Аттракцион сильно сегодня. Угу. Один был на эхолоте? Да, я его прям увидел. А на какой глубине, Сань? Около 20. Ну вот. Вот он и въебал. Какая полосочка, колбаска? Да, какая-то? Колбаса была, ну. Главное не форсировать, Вань. Пусть, блин, очень медленно он, блин, к нам придет, чем быстро. Это мы еще по волне идем. Да, это еще по волне. Представляешь, сейчас еще будет возле этого, блин. Скорость маленькая, и по волне идем. Вон он, прыжок. Ну там какой-то кабанидзе, по-моему, ребят. Пошел гулять. Нет? Пусть. Да. Ох, вон он там. Ох, там, ребят, там пипец. Э? Там, блядь, там просто жесть. Ни хрена себе, ты видел его? Нет. Там просто пипец. Все, Вань, очень долго работать надо с ним. Он возле лодки будет, Вань, показывать. Дай. Нормально, все стягивает назад, да? Сейчас пленка кончится походу. Не, ну блин, там прыжок такой. Чего? Он, смотри, на месте стоит. Он просто вообще. Дай попробовать. Не надо, Слав, давай, подожди, пусть. Ну блин, ребят. Ну вот эта передача спиннинга, как бы, блин, если он слабо сидит, блин, как бы, ребят, ладно бы это был, ну, такой рядовой. Да. Мне кажется, это подполковник, как минимум. Да. Они вообще устают? Он вообще, он ноль эмоций, ему пофигу, смотри, он давит и давит. Я уже устал, у меня уже рука немела. Телефон держать. Главное ему будильник не подорвать. Ну. Да не, я попадаю. Я попадаю, снова потом. Опять отправил. Видишь, он дергает. Я вообще его сейчас не могу. Смотри, он дергает.
Не знаю, мне кажется, тяжело там как-то выйдет этот наружу, мне кажется. Ну, смотри, 10 я снимаю, потом я снимал до этого, потом я плюнул, потом еще второй раз начал. На тебя пошел. О, появился грузик. Или там флешер, что там, флешер? Он с флешером, да. Ну, флешер, вот он уже, Слав. То есть, я думаю, что вот он, близко уже флешер. Вот, ну вот он, видишь, но тебе нужно просто забирать у Вани уже, наверное, потихонечку. Ваня, руль бери, держи. Давай, я держу. Влево там еще, блин, корабль влево еще, блин. Слишком сильно не мотай, Слав, Шубровков. Ох, там слон, ребят. Там как у акулы, это как его. Плавник. Сейчас будет опасно, ребят. Я понимаю, я представляю, что, там пиздец. Слава. Он даже не поднимается. Я просто не форсировать. Да, да. Он тоже как-то адаптироваться. Не за нас, так, тихо. Давай, Ванечка, Ванек, Ванюшка, блядь, давай. Ванька, твою мать! Ёшкина матрёшка! Ёпа мать, блядь. Костян, вообще-то да, блин. Вообще. Вань, держи пятёру. Блин, вот это растрясло, ребятки, ребятки. Слушай, опять у нас блесна. Офигеть. Тихо. Он молодец. Молодец. Ну ты молодец. Ох, братан, молодец. Ох, офигеть, ребятки. Ох, как оно. Все, сейчас, Вань, подожди, пока я видос доснимаю и начнем. Где ты, моя мечта, никому не известная? Здесь миллиардов звезд затерялась и не горит. Здесь много лет назад, помню, ночь
была летняя. Песней манила даль, почему ты сейчас молчишь? Я вернусь сюда, даже в холода, даже